праздника, дорогие друзья! Хорошей, легкой лыжни каждому спортсмену! На старте любители и профессионалы. Более 100 спортсменов. Это команды законодательного и земских собраний, городских дум, советов депутатов городских округов Нижегородской области. Разные возрастные категории, дистанции, маршруты, но одна цель – стать лучшими. У всех хорошее солнечное настроение. Его нам добавляет сладкий чай, вкусная каша солдатская. Ну и самые главные эмоции, которые переполняют, и общение, которого давно в период пандемии у нас с вами не было. Чтобы каждый из участников смог почувствовать спортивный азарт, трассу здесь подготовили, как говорится, на совесть. Мы знаем, что в этом году наша шикарная лыжная трасса будет освещена, будет сделано освещение. В следующем году еще лучше будет. Мы можем ночные гонки провести в следующем году. Поэтому, конечно же, такие соревнования нужны, важны. И прежде всего именно для поднятия настроения, там, не знаю, боевого духа. А вот и кульминация лыжных гонок. Команда законодательного собрания Нижегородской области, а также сотрудников аппарата регионального парламента занимает 3-е место. Победителем соревнований становится команда Гагинского района. 2-е место занимает Семеновский район. Впрочем, в этой гонке проигравших точно нет. Каждый, кто вышел на старт, уже победитель.